Ну что ж, всем привет! Всех приветствую на нашем канале. И сегодня у нас будет открытие 5 посылок с сайта aliexpress.com. Все ссылки на все эти товары будут под видео. Ну что ж, ставьте лайки, не забывайте подписываться. Ну а мы начинаем. А начинаем с такой вот посылки. Сейчас распакуем. И здесь, как я вижу, у нас заварничок. Уже второй раз он уже на нашем канале. Какой заварничок есть? Сейчас я его распакую. Это заварничок в виде человечка. Вот штаны. И вот, в общем-то, сам человечек. Сейчас. Вот сюда вот засыпается. Сейчас на чашке. Сюда вот засыпается сам чай сюда засыпается в штаны. Ну, посоединяется щелчок и вот так вот в чашку. Как будто купается. Ну что ж, мы переходим к следующей посылке. Ну и вот здесь вот появился уже в кадре мой конёк. Пусть он здесь ползает. Ну а я распаковываю вот эту посылку. Ага. Вот здесь вот такие вот зажимы. Крокодильчики, так сказать. Ну, здесь вот сзади кабель можно подключить. И здесь вот подключаем кому-то электрическому сигналу. Ну, как-то так. Здесь есть красные. Есть черные и красные такие вот крокодильчики. Резиновые вот эти вот. Кембрики. Резиновые материал из металла. Иногда они выскользивают с этого. Ну что ж. Материал. Ну, обычный такой резиновый металл. 10 штук. И 10. Нет, 10 пар. Здесь 10 пар. 10 пар красных, вот этих вот и желтых. Что? Черных. Ой, красных и черных. Простите, я загорелся. Ну что? Мы переходим к следующей посылке. Ну что ж, идем дальше. Ну, и здесь вот такая вот посылка. Разрежем. И здесь спиннер. Упаковка помятая. Он светящийся. Реально упаковка помятая. За это минус. Явный. Вот такой вот трехлопастной спиннер светящийся. Только вот. Вот. Светящийся вот такой вот спиннер. Такой вот. Светящийся. Для того, чтобы он светился, нужно нажать на вот эти вот. Здесь, кстати, еще и цвета меняются при нажатии. Ну, а на третий раз не нажимается что-то. Почему они не нажимаются? А на третий раз уже они тухнут. Спиннер трехлопастной, с пластика. Ну, вот такой вот спиннер. Ну что ж, сейчас мы будем еще тестировать спиннер этот светящийся. И снимать его будем в потайной комнате, так сказать.
Светится он нормально. Может осветить небольшую комнатку. Ну, такой вот эффект отвращения с первым режимом освещения. Крутится он долго. И с вторым режимом освещения, моргающим уже. Вот так вот. Ну и с третьим, последним. Вот такой вот эффект, так сказать. Ну и на последний мне уже отключается. Ну что ж, переходим к следующей посылке. Следующая посылка — это вот эта вот такая посылка. Сейчас распакуем. Альбом для монет. Вот такой вот альбом для монет. У него раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10 страниц. Вкладка. Вот здесь еще, допустим. Вот здесь еще есть надпись. World Coin Stock. И какая-то еще китайская. По идее, то же самое, но на китайском. Ну. А вкладка похожа на кожаную, приятная на ощупь. Внутри страницы для монет. 12 монет в каждой штуке. В общем, здесь, поскольку 10 страниц, здесь 120 монет может вместиться. Ну, вот такой вот альбомчик для монет. Для 120 монет. Ну что ж, переходим к следующей посылке. Ну что ж, мы переходим к следующей посылке. Следующая — это вот это. И где мой нож? Спасибо. Сейчас вот так вот разрежем. Все. Ну и здесь сейчас разорвем и узнаем. Здесь сумочка. Вот такая вот сумочка из вот здесь материал, который похож на золото. Сама сумочка с ремешком, внутри бумага. Сейчас вынем. Сама сумочка внутри. Покажи внутри. Внутри вот такая вот. С внутренними тремя разделами. Еще. Из четырьмя разделами. Один основной. Далее здесь еще есть один такой. На застежке. Еще есть один на застежке. Ну и два кармашка.
Сумка приятная на ощупь. Материал, который похож на кожу. Некоторые детали смахивают на золото, на золотые, так сказать. Еще есть вот такой вот брелок в виде чего это? Ну, в виде какого-то зверька. Олень, вроде бы олень без рогов. Какой-то. Ну, сумка застебается легко, так же как и расстебается. Здесь присутствует два замочка, две собачки и один раздел, один и один сам, так сказать, раздел, внутри которого еще есть несколько других. Ну это вот, ну вот такая вот сумочка пришла. Ну что ж, это было. И да, кстати, и еще вместе с ремешком, который из такого же самого материала, и некоторые детали тоже как-то как будто позолоченные. Ну и это была последняя посылка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Ну, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока.